Нет. Слушайте, чего вам надиктовали? Статистику. Слушайте, сперва надо сейчас статистику побыстрее. У них там сейчас обеденный перерыв. После статистику на ЛАВД, на этот ДК железнодорожников напротив, а потом только юбилейный конечный. Понял. Так, статистика у нас она где? Да не доезжаем мужиком с факелом там наверх подниматься. Не помню точно ее адрес. Рядом с пенсионным фондом, наверное. Эй, с казачейством, с центральным. Ну там, да, и рядом пенсионный фонд. Сейчас подъеду отсюда, развернусь, потом ехать туда и на юбилейный. Они мне написали сразу, а вот центр, потом юбилейный. Ну, девочка просто даже как бы не дослушала. Я не договорила, ей заказ, я говорю, мне нужна машина. Она, да, куда вы едете? Я говорю, девочка, вы говорю, не выслушали меня, дослушайте, я говорю, что я скажу, потом уже ищите мне машину. Это не совсем корректно. В общем, на мужике с факелом налево. Следующее здание. Потом оттуда куда, говорите? Потом на этот, ДК железнодорожников, напротив, там же сейчас же Академия Дидоренко, напротив. А, да, филиал открыли там, да? Ну, теперь там центральный. Даже не знал. Потом на уже. А потом уже на юбилей. Я же что, заказ взял, хоть я и не рядом был, смотрю на юбилей, конечно.